Всем привет, дорогие мои подписчики! Ну а те, кто еще не подписан, обязательно подписывайтесь. Я вас очень прошу, мне будет очень приятно. Обязательно ставьте лайки, они меня мотивируют, помогают сделать видео более интереснее. А сегодня мое видео будет о моем канале. Хочу рассказать, что же вы сможете на нем увидеть. Я очень много видео выпустила о матрице судьбы, но на данном канале не только будет матрица судьбы. Канал будет о самопознании, о познании себя. По-моему, сейчас эта тема очень актуальная. Если вы еще со мной не согласны, то в скором времени вы в этом убедитесь. Мир меняется, мы меняемся вместе с ним. Какие конкретно темы я буду затрагивать на данном канале? Ну, вы уже поняли, это матрица судьбы. Также будет видео о нумерологии. Также будут видео о Таро, будут прогнозы в будущем по Таро. И я думаю, что будут видео какие-то познавательные. Я в последнее время очень много читаю, изучаю различную литературу по самопрограммированию, по самопрогнозированию. Так что информации, я надеюсь, будет достаточно. Я буду с этим вас знакомить. Ну а сейчас под этим видео обязательно делитесь в комментариях, какие темы вам интереснее услышать на данном канале, чтобы я уже мысленно составила своеобразный список, что вам показать и рассказать в ближайшем времени. Кратко остановлюсь на том, что я получила образование по матрице судьбы. Я уже не раз говорила, но так как это видео ознакомительное, поэтому я еще раз повторюсь. Я сертифицированный нумеролог, специалист по матрице судьбы. Сейчас я еще получаю образование по Таро, прогнозам у Анжелы Перл учусь. Так что поэтому в скором времени будут и прогнозы по Таро. Забегая вперед, хочу сказать, что все эти методы рабочие, уже опробованы мною в действии, и не только на мне, но и на знакомых, и на родственниках. Поэтому я знаю, что говорю. Это не пустые слова, поверьте мне. В предыдущих видео я уже говорила, в чем отличие матрицы судьбы от Таро. Но давайте повторюсь. И тот метод, и этот метод, они все основаны на Таро. Отличие только в чем? Что матрица судьбы основана на 22 старших арканах Таро. А Таро у нас, конечно, большая колода, в которую входят и старшие арканы, и младшие арканы. И это у нас гадание. А матрица судьбы – это уже основано на вашей дате рождения. Там задействованы архетипы вот этих 22 старших арканах. Так что информация очень интересная, очень познавательная. Что еще нас ждет на данном канале? Обязательно будут разборы матриц. Для наглядности я начну, наверное, в первую очередь со своей матрицы. Будут разборы матриц известных людей, чтобы вам более, как говорится, более понятно стала эта матрица. Обязательно будут бесплатные разборы, так что не пропустите. Обязательно подписывайтесь и на данный канал. И еще, дорогие мои, такое заявление. Обязательно подпишитесь на мой телеграм-канал. Ссылочки все под видео. Потому что именно там будут происходить разборы. Бесплатные, я имею в виду. Так что вот такие дела. Хочу вам сказать, что я уже провела не одну консультацию по матрице судьбы. Так же, как и Таро. Но Таро пока у меня идет как практика, а матрица судьбы уже
Я уже как практикующий сертифицированный нумеролог числюсь, скажем так. Поэтому, если вы уже хотите заказать свою матрицу судьбы, и не только матрицу судьбы, все услуги у меня на сайте, ссылочка под видео, называется «Консультации». Заходите, ознакомливаетесь с ценами и делаете заказ на то, что вам интересно в данный момент. Там не только матрица судьбы, там есть и финансовый код, и денежный код. В общем, можете ознакомиться более подробно. Все, что будет непонятно, пишите. Писать куда можно? Конечно же, можно писать здесь в комментариях, а еще можно писать на телеграм-канал. В телеграм-канале в шапке есть мой личный аккаунт в телеграме, куда можно присылать личные сообщения. Но это если уже чисто анонимно кто-то хочет со мной пообщаться. Сегодня у меня вот такое короткое видео, и в конце я вас не оставлю без подарка. Сейчас хочу с вами поделиться и в будущем буду делиться такой информацией. Я думаю, все с таким знакомы, что у каждого на часах бывают одинаковые числа. В последнее время это очень многие замечают. И в связи с этим в конце каждого видео я буду вам объявлять об одной цифре. Сегодня мы начнем с цифры 1. Цифра 1 означает «твори», «будь творцом». Конечно же, я вам зачитаю. Единица – это символ начала. Кстати, единица – символ начала везде, и во всей нумерологии, и в матрице. Так что запоминайте. Итак, единица – символ начала. Это знак, что все начинания ваши будут успешными. Но помните, что ваша судьба только в ваших руках. И для достижения цели нужно постараться. Сегодня, как вы увидели, была цифра 1. Продолжение в следующих видео. И, друзья, конечно же, не забывайте подписываться на мой канал и на канал в Телеграме. Ссылочки все под видео. И обязательно, дорогие мои, ставьте лайки. Я еще раз повторюсь, они будут меня мотивировать. Я буду понимать, что действительно мои видео, моя информация вам интересна. И, конечно же, буду придумывать для вас полезный и интересный контент. Ну а сегодня всем пока, здоровья, удачи, любви, прекрасного настроения. Пока-пока!